Казани в поселке Кендири сгорел жилой дом. Пожар вспыхнул минувшей ночью на улице Лачин. Почуяв запах дыма, хозяева вызвали пожарных. Прибывшие на место спасатели нашли и устранили угрозу возникновения пламени и покинули постройку. Впрочем, очень скоро им пришлось вернуться на то же место. Подробности у Алины Мусиной. Эту беду можно было бы предотвратить, считают жильцы сгоревшего дома. Как рассказали хозяева, все началось с того момента, когда один из членов семьи включил компьютер. Уже позже предположили, провод, воткнутый в розетку, видимо, был перебит и вызвал короткое замыкание. Запах дыма перегоревшей проводки распространялся быстро. С вызовом пожарных тянуть не стали. Ну, дым вышел, такой дым. И этот, и перестал. Пожарные пришли, посмотрели. Потом пожар, получается, да? И потом они уехали. А потом через некоторое время опять дым начал. Несмотря на то, что после инцидента в доме было отключено электричество, жильцы снова почуяли запах гари. Когда поняли, что к чему, решили снова вызвать спасателей. Но на этот раз не предотвратить, а потушить пожар. Ну, пожарные приехали, у них вначале минут 40, наверное, пока бегали, распиливали, разлаживались там, тянули шланги. А потом у них вода кончилась. И уже все разгорелось, да? И полный ход начал гореть. Пламя вспыхнуло на верхнем этаже и начало распространяться по всему дому. Огнеборцам удалось не допустить перекидывания огня на соседние постройки. Но спасти полыхающее здание уже не представлялось возможным. Дом не был застрахован, с горечью вздыхают хозяева. Вопрос, где теперь будут жить семьи с тремя детьми, остается для них открытым. Алина Мусина, Айрат Назипов, Константин Бушуев, Вызов 112.